Здравствуйте, Алексей. Это видео про ваш переходник с одуванчиком. Вот он, переходничок с регулируемой резьбой. Вот ключик. Отрегулируете по своему объективу. Крышка. Я запрограммировал фокус на расстояние 50 мм, диафрагму 2.0. И время входа в режим программирования 1 секунда. К сожалению, на этом переходнике лепесток, зажимающий контакт, короче, чем нужно. Поэтому, видите, на его спятом не показывает контакт. Придется вам или вклеить сюда шпенечек, или гораздо проще в самой камере разжать этот контакт. Сейчас я упакую ваш переходник и отправлю через InTime. Спасибо за внимание.